Ну это самая простая, ну одна из самых, ну хотя нет, самая простая, далеко не самая простая. Но далеко не флагманская модель беспроводных. Где-то были попёхи. Им Вадим. Камикатава, приятного аппетита. Спасибо большое. Спасибо за 100 битиков. За баксик. Благодарю. Ой, как приятно было покушать, да. Кстати, дроби кого-то подвел. Ну какой дробик, такой и бобик, как говорится. Ха-ха-ха-ха. Блять, тут что-то выше, чем я думал. Да и Макаси прокололся. Объясни новичку, чем лучше малая рукоять от вертикалки. Не знаю. Как видишь, я надел вертикалку. Ну и типа вот, зачем брать этот дробик, чуваки? Вот, то есть, по-вашему, дробик может пострелять лучше берила? Я очень сомневаюсь. Я очень сомневаюсь, что этот дробик может стрелять на уровне хоть какой-то эрки. Но он типа, он очень плох. Нет, он сам по себе ничего такой, но он не может конкурировать просто с другим оружием. Типа, да, он в упор-то может, ну, убить, перестрелять, но дробик со слагом ты берешь не для того, чтобы в упор стрелять. В упоре абсолютно любой дробик его работу сделает лучше. Берил, да ладно. Новая карта, мы тут смотрим новые пушки, в том числе. Он его ёбнул, кстати. Выстрел вот этого чувака с М24 был последним.
За 12 датчиков в тарке. Ну тут отдача, ебанешься. Ну ее реально вот в динамике скомпенсировать, ну проблемно. На тебе, я убил в член просто. Унизительный выстрел вот этот вот отправил. Блин, нифига себе. 5 киллов, но я не думал, что мы здесь 5 киллов найдем. Виспер, ты готов пойти в склады поиграть? Бля, если меня убьют, блин, мне так не хочется без запуска. Да давно. Что ж, ну тогда... Надо собираться, я думаю, мы потом четвертого поднайдем. Давай fast dead. Зачем fast dead? Не надо ничего fast dead. Где-то 100 кг возможно, там где ты же играет со своей пати. Димон, заляг и покушай. Не-не, на ходу, все на ходу, брат. Чат. Кто ел панакоту? Скажите, пожалуйста, панакоту кто-то кушал? Ну, десерт такой. Новин, скажи, пожалуйста, ты еще и делал? Это не то же самое, что кисель? Нет? Понял. Кисель? Что? Типа на охоту в Гинзе. Я слышал, что если что-то купить в Гинзе, то потом как бы, ну, у тебя ты будешь без денег.
прыгает он тут. И мне тут не прыгай. Я не люблю, когда мне вот так на лицо прыгают. Я сразу начинаю отбиваться. Так вот. Бился и все. Он уже не прыгает. А про Super People нет новостей? Есть новости, ребят? В августе финальный бета-тест. Вот там, в середине августа, 18-го, что ли, числа какого-то, ну, какого-то такого. Вот, пойдем играть. Приятного аппетита и хорошей игры, мужик. Спасибо огромное. Спасибо Азазина за 100 рубасиков и за пожелания. За пожелания в первую очередь. Спасибо за сотенку, здесь стало теплее. Слушай, да вроде хороший сегодня стрим. Прям... Несмотря на то, что там был, конечно, не до топ. Как сказать, он был топ-3, но... Но это топ-1. Никто меня в этом не переубедит. На, бля. На, сука. На, бля. Уп-у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 п. Хорошо зашла. Я думал, сейчас я буду пересматривать этот реплей в ахуе будет. Я только качаю обновление в преддверии новых ощущений от карты. Блять. Каков наглец. Понимаю, блять, никнейм. А я подумал, там второй чел. Нифига, они что-то шкерятся. Что тут шкерить? Алло. Когда дымок от ствола идет, не видно, куда пуляешь. И есть такое. А вот так, если стрелять.
Бля, так получше. Макс, ты говоришь, что ты похож на Уэйна из сериала, шо? Уэйна? Уэйна... Я знаю только Брюса Уэйна. Так, а дом для извращенцев еще открыт? Нет. Блин, а в каком доме ключ-карту можно завязать? Потому что у меня есть ключ-карта. Я ее хочу завязать. У тебя чел на баге селфа есть. По-моему, он ее успел нажать. Если он ее успел нажать, то ее уже нету. Бля, чуть-чуть не хватило. Он там за зоной сейчас нет, а не спечется на случай. Блять, иди нахуй, подкожник, блять. У меня self revive есть, мне похуй, если ты меня нокнешь. Понял, я все равно отхилюсь. Блять, ты черт, ты-то, блять, откуда стреляешь? Ёб твою мать. Пошли нахуй, черт. Вас не уважаю. Как же приходится выживать, просто как не в себя. Эти корякеры. Я с коряком сижу. Сука. Надо узнать, где в городе. Вот, ну, ключ-карта применяется. Потому что если бы я знал, куда мне идти, я взял бы третий шлем, то, ну, у меня процентаж выиграть эту катку прям, он очень сильно увеличился. Мне кажется, вот тут что-то есть. Тут, наверное, тоже где-то есть.
Вот наверх пушить типа чувака вообще пиздец сложно. Потому что чуть-чуть проебался, и все, это проебался. Как бы. Поздравляю тебя. Одна ошибка, и ты ошибся. Только не понял, где найти секретную комнату. Не нашел. У меня 4. Здравствуйте, у вас есть проход в секретную комнату? Есть секреты на чердаке? Нет, очень жаль. Какая дальность стрельбы этой пухи? Ой, я не знаю. Прям что-то такое, что нуждается в замерах. Эффективную дальность стрельбы пока не определил. Люблю таких чуваков. Спасибо третьему бронику за то, что я еще дышу. Босоногая хуйня сидит. Как же она еще могла сидеть? Так. Чел Савика пахает для... А, я ему чисто в голову срубил. Сразу видно, где папа. Ну, я думаю, мне хватит столько. Я столько не выстрелю. Опасаюсь, потому что там где-то челик с авиком есть. И он откуда-то слева пришел. Не слишком ли огромный джип стоит там? Да, там вообще здоровый пикап.
Пикапы, они огромные же. Ну, не все, но есть же прям вообще огромные пикапы. Прям такой, типа, вау, что это за танк? А я не понял. Его, если что, убили. Привет, смотри. Какой, блядь, привет? Ты чё, чел, топ-2 нахуй? Брат, ты себя сам в ловушку загнал. Ты сам себя в ловушку загнал, чувак! Зачем? Зачем ты отзвонился от меня, если, блин, ну звезда у меня? Зачем? Ну вот смотри, допустим, чувак слева дерево. Здесь отдача вообще, ну, никак. Вот, вот, например, если вы бегаете с ней как с основным оружием, и вот из-за дерева выходит чувак с автоматом, с М416 или с берилом, вы проиграли. Вы проиграли. Не получится. Ух, ну это... Ладно, вот эту катку можно назвать сила имбового дробовика. Чисто для ютуба, знаешь. Но дробовик вообще не имбовый. В упор зажать норм. В упор зажать норм. И то, знаете, типа, любой ДБС справляется с этим намного лучше. Намного лучше. Так, ну, побаловаться прикольный дробик. Но на близко-средней дистанции, уже на близко-средней дистанции, любой берил перестреливает этот дробик просто вот, блять, в 9 из 10 ситуаций. Потому что, ну, отдача реально, он так рвет ствол, что вторая пулька уже вообще неизвестно, куда пойдет. Она вообще, блядь, неизвестно, куда пойдет. Так, Тёмчик,
Тёмчик, дядь, пожалуйста, не донать в топ-10. Потому что очень сбивает. Ну, типа, у тебя потный замес в конце, а ты такой... Блядь. Повторяю, донат. Привет. Смотрю Привет. Тебя очень давно на Ютубе. Сейчас вот на Твич перехожу потихоньку. Хочу сказать тебе огромное спасибо за твой труд. Скромная монетка для душевного человека. Спасибо огромное. Спасибо за поддержку, спасибо за сотенку. Очень приятно. Здесь стало теплее. Каев. Спасибочки. Но, плиз. Бля, в топ-10 не надо донатить. Потому что, вот если бы сейчас Вейдон начал пиздеть, а он бы меня в этот момент запушил, я бы этого не услышал. Ну, я понимаю, что тебе наплевать, но подобные топы не так просто и часто даются, берутся, вот. Здравствуйте. Здорово.